Вместе с племенем своим я кочую по пустыне. И непонятно, где наш дом, в Израиле или в Палестине. Властям мы поставляем метадон большой поставкой, чтоб торкало и ставило. Мы им пропитываем травку. Израильская армия дает оружие взамен, чтоб палестинцев убивали, не жалея ни арбаз. И посреди пустыни основали поселение, но мы по-старому лишь травим население. И рабочее большое племя, слушай сюда. Стоит мне сказать, что надо, вас уничтожит без следа. Гоните мой товар, вот это кроет. Поедет центр он от хачиков с любовью. Еще поставки две бы надо, на север и на юг. Хочу, чтобы дерьмо это попало в каждый клуб. А мусора же в жизни не найдут виновника, как не найдут меня, я заплатил чиновника. Загружайте в машину шустрей этот бокс. Мы перевозим адулан, а не кокс. Мы перетравим всех сраных нариков и навсегда избавимся от дел криминальных. Нас не остановят, ёба, я ж Моссад. Сел в машину, педаль газу, забыл поссать. Так вот везем платы конвоем аккуратным. И похую кого травить, иммиграцию или писатых. Ну что, хама, что ли, гидар зе? Альма? Аль зе, ша атем куним это плату, твой мухрим лану там. Атем усим это зе? Нина, привет, ты видела в банке наш счет? В банк не ходила еще, да ты че? А как сын, переведи в школу дорогую и платную. Не хочу, чтобы он огорчил бабку и курил эту травку возле дома. Этот продукт пропитан метадоном. Моссад покупает у нас это дерьмо тоннами, в то время как друзы его лепят в пустыне. Я продаю наркоту и работаю в капюшоне. Цены как на дрожжах растут. Я пижон, наебываю всех, не стесняюсь. Друг похуй, не друг, брат, уй, бля, извиняюсь. Я низшая цепь наркобизнеса, клиентов вычисляю по глазам, все делаю один, наебываю тоже сам. Меня трясут мусора, ибо подозревают. Но кто сверху стоит за этим, за всем, похоже, никто не знает. Они не умеют думать головой, травят сам не себя. Тебя ловят с дудкой, тебя трясут, тебя история, дучат, блядь, мусарни. Потом, ходя из которой, можно понять. Купаешь новую дудку, а деньги наверх. Как те наркотики, которые ты сейчас употребляешь и режешь у себя прямо на столе, попадают к тебе в руки. И это намного глубже местных барыг и всяких псевдогангстеров.